Видео носит документально-познавательный характер. Любые действия в этом видео не являются призывом к их выполнению. Настоятельная просьба не повторять увиденное. Все действия в этом видео выполнены профессионалами. Ребят, всем здорово! С вами Цимус. Сегодня будет олдскульный выпуск. Со мной еще Андрюха. Привет, привет. Всем привет. И сегодня мы будем взрывать очень мощные петарды вот в такой вот норе. Как обычно, но необычно, как обычно. Потому что, смотрите, по многочисленным просьбам я вот нашел вот такую вот петарду. В инстаграме вы знаете, как я ее находил. Кстати, ссылочка на инсту в описании. Заходите, подписывайтесь. Посмотрите по размерам. Вот Корсар 12 у нас самый мощный. И вот она, эта петарда. Просто в раз 5 больше. Будем закидывать все это вот в эту нору. Думаю, это будет очень мега жестко. Я даже не могу представить себе, что произойдет сегодня. Также взял вот такую дымовуху. Говорят, очень мощная, очень интересная. Посмотрим, как она себя проявит сегодня. В общем-то, как-то вот так. Что ж, начинаем? Да, ребят, по поводу сейфика, вставочка где-то будет там в середине ролика, я расскажу про бронированный кейс, как там у нас обстоят дела, все узнаете очень скоро, смотрим. Так, давайте начнем вот с такой вот петарды, бах. Вы, я читал в комментариях, часто говорили, типа ты кидаешь намазкой вниз, поэтому все тухнет. Давайте сейчас проверим, кинем намазкой вверх, как вы и просили. Поджигаем и закидываем намазочкой вверх. Ни в коем случае не повторяйте, но вроде намазкой вверх закинул. Что будет, не знаю. Ищ-быдыщ. Нормалек. Андрюх, как дела? Оглушивый вообще капец, ну мне понравилось. Андрюха, что же дальше будет? Мне просто страшно представить, серьезно. Мне тоже, надо будет дальше уходить, наверное. Штатив поставлю сразу с этой камерой. Офигеть, глушануло конкретно. Не повторяйте ни в коем случае. Надо было хотя бы для разминочки вот такую взорвать. Давай, дернем. Дергай. Такая мини-гранатка. В общем, она глубокая норка. Она не сильно. Вот, все. Вот, все. Нора у нас глубокая опять. Можешь рукой залезть? О! Там тепло. Прям... Да не, прям до конца. До дна. Достал. Достал? Да, там горячо. Вытаскивай. Ну плюс она уже от одной петарды обвалилась. В общем, ребят. По бицепс. Метров 50 сантиметров, точнее 50 метров норочка. Очень интересно. Взрываем дальше. Давайте вот такую вот петарду, малый бум, с запаянным дном. Немного другой вариант. Мне кажется, он даже мощнее будет. Ой! Это опасно, блин! Скинь! Ее просто глушит вообще конкретно. Ты, Андрюх, как, нормально? Я хорошо. Мы далеко отбегаем, все действия выполнены профессионалами. Не повторяйте ни в коем случае. И вся пиротехника только с 18 лет продается. Давайте теперь вот такой вот Корсар 8 русский фейерверк. Наполовину пустая петарда, как обычно это делает русский фейерверк у нас. Но мощь какую-никакую имеет. Капец, уходим быстрее! О, блин! Вот слабее даже самый первый вот баха, да, 6-го Корсара. Самая первая было. Прям ядреная была, а вот это не, да, такая. Может, нас, конечно, приглушил уже, но кто, ну, не думаю. кто знает. Давайте вот такой вот Корсар 8 от легенды. Мне кажется, примерно как и предыдущая петарда по мощности будет. Посмотрим. О-о-о! О-о-о! Мощнее было, нет? Нет, не мощнее той самой первой, нет. Не, не самой первой. Предыдущей. Мне кажется, это мощная была. Ну, в принципе, да, но... Но не такая уж мощная, да. Как, допустим, о, у нас уже бах. Вот как бах, это будет очень мощный взрыв. Прям я не знаю, куда будем убегать. Далеко. Спринтовочку очень. Отработаем. Спринтовочку отработаем. Тучка заходит. Блин, сейчас дождь пойдет, капец. Даже в дождь сейчас что-то снимем. Вот такой вот бах мега мощный. Уходим, блин! Не, ну в норке все равно как-то безопасно взрывать. Все взрывы внутри, под землей прям происходят. Это очень интересно. И вылетает такая энергия прям из вот этого ствола, из дула. Так, что там у нас по глубине сейчас? Давайте посмотрим. О, уже немного по локоток.
тучка зашла, капец. А мы всю фотку делали, хотели, чтобы теней не было. Видите, сейчас теней нету, очень хорошо для съемок такая погода подходит, плюс ветра нету. У нас тут в Сибири смог, очень конкретный, горят леса. Сегодня вроде бы небо даже видно, у нас солнце видно было. Ну и вот, пошел дождик, офигенно лето. Кстати, у кого как проходят каникулы, пишите в комментарии, как отпуск у кого проходит. Так, а мы давайте теперь попробуем вот такую вот дымовуху. Думаю, настал черед, ни раз такую не взрывал. Точнее, не поджигал, она не взрывается. Андрюх, давай ты действуй, злодействуй. Фух, хорошо. Походу, прям сейчас будет экшен, дождик пойдет. Жарко будет. Жаришка? Да. Ёпарасота, блин! Пошел дым. Херня какая-то вылетает. Вот это да. Блин, в общем, в норку закидываю. Вот это жесть. Красиво, очень даже. Ну, блин, надо было ее в руках. Она для фотосессии. Нет, да они не взрываются, дымовуха. А может быть, я закосячил, что я кинул ее, надо, по идее, под таким углом держать. Да, вау, там все окрасилось так, камера не передает. Ну блин, нет. Надо все-таки, мне кажется, все-таки нужно ее держать в руках, ребята. Кто тоже хочет такой ролик с дымами, пишите в комментарии. Может быть, заснимем с дымами ролик. Ух, гром гремит. Ребят, по поводу бронированного кейса. Я офигел, ролик никак не мог набрать 50 тысяч лайков, там 45 тысяч было лайков. И потом бац, резко там уже 53 тысячи. И подписчики пишут, типа, где ролик. Скоро, ребят, будет ролик. Следующий ролик, скорее всего, будет с бронированным кейсом. Просто мы живем, где мы, Андрюх, живем? Мы живем в Алтайском крае. В Алтайском крае, в деревне тут, ну как, глухой, до города далековато ехать. И вот недавно, скоро поеду в город, куплю бронированный кейс, огнестойкий, огнеупорный, и потестируем в нем. Думаю, будет очень интересно. Так что сразу тоже ставим на этот ролик лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. А что у нас с норкой? С норкой-то у нас вот следующая катавасия. Она покрасилась. Она окрасилась, причем здраво. Прям будто баллончиком ее покрасили, она синяя. Да. А вон, кстати, тот дымок, его можно вытащить. Вот, посмотреть на него. Горяченький немного. О, не трогай, он красится. Хотя, по идее, не должен был краситься. А, не, он горячий, он очень горячий. Блин, я им измазался еще. Сейчас пойдет, походу, дождик. Дождь нам помеха? Нам ничего не помеха. Сельским пацанам ничего не помеха. Пишите, откуда вы, из села или из города. Посмотрим, сколько нас пишите, таких. Пишите, ждем. Это просто, ребят, закон подлости какой-то. До съемок погода была просто отличная, светило солнце, но солнце, такие тучки немного были, тени не было. А сейчас просто какой-то апокалипсис начинается. Ну, думаю, нам это не будет помехой. Мы взрываем, и я хочу уже взрывать поскорей. Вот этот вот, XXL, бум, очень большая петарда. Все, я не знаю, что будет. Будет ставим жестко. Лайк. Блин, YouTube еще начнет. Ёпарасота, блин, а! Близко подойду, пофиг, что будет? Охренеть! Вот это было классно! Вот это да! Просто лайк! Просто чисто лайк, ребят! Чисто лайк! Будто гром тут долбанул. Смотри, что случилось! Вот эта трещина пошла вот такая. В натуре! Охренеть, это жестко! Это годно! Будто гром долбанул. Капец, ребят, я не знаю, можно такое на YouTube выставлять или нет. Если выставлю, то выставлю. Опять снорка очень сильно после этого взрыва обвалилась прям. Не знаю, насколько. Ну вот, даже меньше локтя. Где-то сантиметров 30 осталось. Так, ну давай теперь Корсар 10 от русского фейерверка. Новиночка. Опа-на! Ну, наполовину пустая петарда, как обычно. Блин, сейчас взрывы громче будут. Нара... Нормально? Дождик потихоньку капает. Надеюсь, ветер не будет слышен сегодня. Давай теперь 10-й Корсар от Пирокоина. Очень мощный. Дождик уже капать начинает очень сильно. Ну, даже подождем, заснимем, пофиг. Вот такой Корсар 10-й. Фитиль какой-то у него долгий. Ладно, отходим. Ай, страшно. Фу, что будет-то? Взорвется? Нет, он проходит. Ох, блин!
Говорю, фитиль у него долгий. А, жесть, вот какой дождь закапал, сейчас град пойдет. Не знаю, все, быстренько давай, поджигаем. Давай. Вот эту, она послабее будет. Это граната, тоже русский фейерверк мой любимый, который наполовину пустой, основной взрыв вот здесь, и он взрывается как Корсар 8, эта граната. Ну, может, как Корсар 10. Посмотрим, что будет. Блин, я весь мокрый уже. Давай! Мощно? Чё? Она... А, вылетела! Куда она отлетела? Вот она, смотрите. Видите, насколько вот эта ручка, это пустое место просто у этой петарды. Пожалуйста, поставьте лайк. Мы это делаем ради вас, ради ваших положительных эмоций. Андрюха! Три, поджигаемся, все промокнем. Закидывай, закидывай! Банил. Это будет очень мощный взрыв. Капец. Ай, блин! А! Все взрывы произошли, ребят. Еле как успели добежать до машины. Ну что ж, ребят, вот и прошел дождик. Уже солнышко светит офигенно. А с вами был Цимус. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что в следующем видео я буду взрывать бронированный сейф. Огнестойкий сейф. Это будет очень жестко. Проверяйте колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Также на инстаграмчик подписывайтесь. Туда я буду выставлять истории, наверное, как я покупаю этот сейф. И про вот этот мегабум, вот эту большую петарду, там тоже можете увидеть видео. Ну то и все, ставьте обязательно лайк, если вам понравилось видео. Если не понравилось, то тоже ставим лайк. Пишем в комментарии, почему не понравилось. И просто свое мнение пишем в комментарии. Мнение каждого из вас мне очень важно, ребят. Все комментарии практически читаю, ко всем прислушиваюсь. С вами был Цимус, напомню. Не забывайте. До скорых встреч.